31 декабря. И у нас сегодня поздравление. Но у нас не просто поздравление. Я думаю, выйдет полноценный ролик. Потому что смотрите, какое вино я приобрел для того, чтобы поздравить. Это Мысхака, Шардоне Вианье, Блан де Блан. И чем заинтересовала меня эта бутылка? Тем, что год урожая тут, где, чтобы не ошибиться, 20-й. Год урожая 20-й. А разлита эта бутылка в 23-м году, в марте. То есть по задумке производителя, это вино где-то все это время находилось. Что-то с ним происходило, но оно выдерживалось. И, соответственно, мне очень интересно, что там. Вот тебе интересно? Очень. Я еще ни разу не встречал, я бы даже сказал, посредственно, хотел сказать плохого, но плохого тем более нет. Даже посредственного игристого от Мысхака я еще не встречал. Все игристые от Мысхака, что я пробовал, прекрасные. И тут вдруг вот такой чудесный образец. Давайте пробовать. Это открыть. Но раз у нас сегодня 31 декабря, значит, открывать мы будем, конечно же, 31 декабрьским методом. Обычно раньше я всегда делал так, что пробка куда-то улетает, там разбивается, потом надо, отгоняя котов, пытаться ее собрать. Сегодня попробуем привязать пробку на ниточку, чтобы она не улетела. Так, а мюзлина снимать или нет? Да. Не помню. По-моему, надо. В прошлый раз у нас рвануло в кадре. Ну, давай попробуем открутить. Давай. У меня уже нос чешется. Так. Там у тебя готовится. Да. Открутилось нормально. Давай, привязывай. Вокруг горлышка. Ну, вот это вот. Положи на стол, да, чтобы оно мне мешало. Где привязывать? Вот тут вокруг горлышка. Вот, вот поверху, да, поверху. Угу. Так, где у нас тут шов? Вот шов. Ну, вроде красиво. Ну и попробуем собрать бокалом, да? Ну, давай. Только не в телефон. Пока что собрать бокалом не получился. Бокал звенит громко. Снимаем вот эту... антисображную защиту. Кольеретка, насколько я помню, это называется. Кольеретка. Я думала, это антисобразная защита. Конечно, колье, поэтому она колье. Что можно еще ножницами делать? Ну, вдруг бокалом не получится. Ай! Стекло сыпется. От кого? От бутылки. С бутылки, вот, я не знаю, будет видно, нет, сыпется стекло. Все-таки котов гонять придется. Переворачиваем и ищем шов с другой стороны. Где он? Вот он. Эффектно. Да, котов придется, это самое. Ты не поцарапался? Не, я целый. Ладно. Продолжим наши изыскания. Хрусь-хрусь. Каждым годом все веселее и веселее собраш. Так, чем бы сделать собраш? Ножницами хочешь? Ножницы, они легенькие. Да? Ножницами собраш не получится. Хотя, а вдруг получится? Не. Ну, а что-то более увесистое. Ладно. Что-то у нас увесистое есть. У тебя ничего увесистого и нет. Я могу сходить за топориком. Давай, иди за топориком. А, да, я не могу сходить за топориком. Я к микрофону приторочен. Ладно. Лейка с водой. Собрашь лейкой, не получится. Так. Метровая линейка, слишком метровая. Пойдешь. Держу. Я вот посмотрю. Вон там маленькая линейка на полу. Может, это метровая линейка? Давай попробуй. Ну чего она тут лежит? Делать собраш. Красиво. Так, берем. Сегодня вообще стекла вот не раскидаем, я думаю. Обойдемся без стекла, валяющегося Божечки, под ногами. Я опасаюсь. Так. А пробка-то... А, горлышко-то разбилось уже, гляньте. И оно держится этой веревочкой.
Нет. То есть она бы уже улетела, а из-за веревочки бокал бы... Ну, бокал сделал свое дело, но благодаря веревочке все держится. Ты видишь? По-моему, ничего... Ну, я не знаю. Ничего хорошего из этого не выйдет? Да, вот что-то... Так, судя по... Какой год, такой и сображ, короче. Вот. Короче, иди за этим самым, за топором. Ну, или я пусти, не знаю. Ай, да ты иди за топором. А это пока вот так тут постоит. Я надеюсь, ну, у нас ну, потолок вроде держи бетонный. Вот это, и меня вот так пропускай. Что-то под ногами хрустит. Хорошо, стекол не накидали. Что под ногами хрустит? Вроде полы мыли. Плохо помыли. Песок остался. Видимо, какой-то песок остался. Так. Давайте попробуем так. То есть бутылка уже, видите, частично вскрыта. Но все еще, да, держится. Итак. На веревочке. Боже. Ну, кстати, смотрите, видите, сработало. То есть мы не засыпали дом стеклом. Мы молодцы. Понимаешь? А что под ногами хрустит? Смотрите, какая красота. Вот когда оно начало крошиться, оно, я надеюсь, оно все наружу вылилось, высыпалось. Тут вроде все хорошо и красиво. Давайте. А теперь дегустация. Ой, она теперь подлизывается. У тебя бутылка неэргономичная. Неудачно, да. Слушайте, ну такой запах уже дрожжевой прямо, а? Это мое, первое мое. Окей. Okay. Почему да. Первое твое? Ну, потому что если там были какие-то стекла, чтобы умирал в мучениях я, а не ты. Может быть, это, ну, слить? Кого? Все слить. Все? Ты что, целая бутылка вина, куда ее слить? Ладно. В мучениях он умирать собрался. Классно, а? Все еще и полили сверху. Вообще замечательно. Так, ну вот так с бутылкой вина в руке. А, нет, сначала надо понюхать, продегустировать. Точно. Сразу поздравлять. Ну, оно прям такое дрожжевое. И тут хлебушек, бриош, там вот это все дела. Немножечко резиночка аж какой-то. Да, да, стерка есть, есть орех грецкий. И вот где-то там появляется что-то фруктовое, что-то дынно-персиковое. Камамбер есть. Хм. Сложное такое. Запах интересный. То есть я бы, унюхав это, я бы не определил. То есть я подумал, что это может быть и классика. Что давай. Они с ним делали? Не, подожди, теперь надо поздравлять. А, точно. Вот, теперь надо поздравлять. Слушайте, подходит к концу 23-й год, и он был сложным, как и все года, но он был прикольным. Вот серьезно, я вспоминаю его. Ну, классный же год классный был. Классный год. Ну, вот вообще классный. Прикольный. Внезапно все было. И неожиданно. Абсолютно. Да. Ну, вспоминаю, и на душе приятно. И в сердце радостно. Да. Надеемся, что следующий год будет не хуже и даже лучше. И прям конкретно лучше. Да. У меня... Руки мокрые, бокал сползает. Я вот держу его, и он постепенно, так знаешь, по миллиметрику, ниже, ниже, ниже становится. В следующем году, может, сображ лучше получится? О, ну, смотри, какой классный получился сображ. Чё ты вообще? Так, что мы должны пожелать? Вкусненьких напитков. Да, мы же алкогольный канал, поэтому мы желаем вам вкусных напитков и при этом недорогих. Вот такая банальная народная мечта. Много денег, чтобы это все купить. Это тоже входит в алкогольный канал? Конечно. Ну, чтобы алкоголь пробовать, надо много денег, чтобы все купить. Я думал, ты сейчас какую-то финансовую схему предложишь людям. Знаю, начнешь пирамиды рекламировать. Вообще-то действительно, как раз подводочка такая. Что водочка? Подводочка. Смотри, у меня триггеры на слово водка срабатывают. Я могу, бутылка в руке тяжелая. С наступающим! С наступающим! Теперь пробуем. Ну, он такой в возрасте, да. Но свежесть осталась. Кюве Александр, который мы недавно пробовали, свежеразлитый, розлитый,
У него свежесть как-то не осталась. Она была меньше, да, а тут она еще осталась. Она довольно сладкая, хоть это и брют. Прям вот булочка во вкусе. Угу. Вот хлебушек прям во вкусе. С маслицем. И причем персиком. И персик есть. И дыня есть. С маслицем и вареньем персиком сверху еще. Угу. В общем, вкусное вино. Мы с Хака опять не подвели. До встречи в следующем году. Теперь надо ликвидировать последствия.